Всем привет! Началось лето, трава растет как на дрождях, особенно когда пройдет дождик. И сегодня целый день я косила газон, чтобы можно было подойти к гамаку, к хозпостройкам, на огород подойти можно спокойно. И вообще приятно ходить босыми ногами по мягкой травке, а не по сорнякам, по крапиве. И возникает такой вопрос у многих, наверное, женщин, чем можно косить. Мужчины, ладно, они могут и на плечо повесить газонокосилку. Муж шутку мне сказал: будешь косить сама газон, раз захотела огромный на участке. Я недолго думаю, говорю: но если она будет на колесиках, то я согласна. И такая шутка обратилась в покупку. Пользуемся мы уже второй год ей. И только положительные отзывы о ней. Сейчас покажу, как я ее завожу и какой результат после работы с газонокосилкой. Результат виден. Здесь не покошенная трава. Здесь покошенная, сразу видно. Сейчас будем заводить. Рычажок вниз. Здесь подсасываем. Теперь можем проверить наш результат. Видно сразу. Здесь не покосили, здесь у нас красота. Сегодня я уже провела работу в саду. Смотрите, сразу вид совершенно другой, когда выкошено газончик красивый. Поэтому, милые женщины, девочки, не бойтесь делать большие газоны. Это совершенно несложно за ними ухаживать. Всем желаю удачи!